Друзья, amigos, всем привет из солнечной Испании. Снова я, Юра Корнак. И сегодняшняя тема – это распаковка приманок из Китая. Все мы стараемся сэкономить, покупаем на сайте Alibaba, AliExpress. И вот сегодняшняя тема – это тема распаковочки. Вот я получил такую посылочку. Маленькая предыстория. Это Китай, но это не AliExpress. Это, как оказалось, тропинка, которая имеет свои плюсы и минусы. Ну, в общем, если кому-то интересно, остается на этом видео и смотрит, как можно сэкономить и вообще, какие приманки я покупаю, готовясь к весеннему сезону. Итак, друзья, если что-то дешевле, чем китайский AliExpress, который в последнее время достаточно дорогое удовольствие. Да, есть такие известные сайты китайские, как Taobao, 1688 и, наверное, еще какие-то другие, которые я, возможно, не знаю. Но на китайских сайтах, таких как Taobao, 1688, они сделаны для китайского рынка, для юаней, для китайцев и не для нас, европейских простых смертных. Так вот, для того, чтобы покупать на этих сайтах, которые работают непосредственно с производителями или с интересными по цене дистрибьюторами товаров, мы пользуемся услугами интернетной платформы PandaBuy. Итак, давайте разберемся, что такое PandaBuy и как этот сайт работает. Значит, PandaBuy – это интернетная платформа, посредник между китайскими производителями и дистрибьюторами и вами. У PandaBuy есть свои склады в Китае и сеть агентов, которые помогают вам осуществлять сделку между китайским производителем и вами. На сайте PandaBuy есть вот такое вот поисковое окно, куда вставляется ссылка, например, с AliExpress или с какого-нибудь другого источника на интересующий вас товар. Либо вы вставляете вот сюда фотографию. Давайте посмотрим, как покупать по выбранной, скачанной вами фотографии. У меня есть фотография, интересующие меня волкеры, поверхностные приманки фирменные японские Yuzuri. Скачал их с какого-то испанского сайта. И вот смотрите, сначала он ищет на платформе 1688. Смотрим, похожих вариантов нет. Цены прям смешные, видите, 0,59, 0,87, 0,35. Но Yuzuri мы тут не видим. Вот тут на Taobao он точно есть. И видите, сразу же первый. Дуэль и Yuzuri по 6,71. Значит, открываем. Вот вам, пожалуйста, нужный мне волкер от компании Yuzuri Дуэль за 6,71 в любой расцветке, которую вы захотите. И цена меняется. То есть цена на испанских сайтах 12 евро плюс доставка еще, наверное, евро 4 будет с половиной стоит, то есть где-то около 16 евро вам обойдется. Здесь 6,71 без доставки пока. Ну вот, например, выбираете нужный вам волкер и покупаете его, да? Смотрите, покупая, вам сразу накидывается цена за агентский процент и дней 4-5 вот этот вот товар идет до склада PandaBuy. Далее. Через несколько дней ваш товар приходит на склад и вам приходит извещение. Товар на складе. На склад приходит товар с... вам тут же делают фотографии. Фотографии, что товар пришел в нормальном качестве, вы можете его разглядеть. Вот смотрите, Yuzuri-овские волкеры пришли.
Сразу хочу отметить минусы при покупке. Вот смотрите, я выбрал джик вот за евро 33, еще один за 2,24, отличный джик за евро 33. Я их оплатил, но через 2-3 дня мне пришла вот такая вот надпись, что извините, данного товара у данного магазина или склада не нашлось, поэтому товар отсутствует, а деньги вам не возвращаются. Деньги остаются у вас на счету платформы PandaBuy. И еще один минус. Вы когда делаете общую покупку сложили вы все это в корзину, да? Делаете покупку картой, например, в данном случае в евро, да? Я плачу в евро, с меня при переводе на юани есть потеря. То есть там заплатил, грубо, 100 евро, да, и оплачиваете где-то там 103 или 104 евро. То есть все потихонечку плюсуется. Смотрите видео до конца. В конце я вам скажу все за и против таких покупок. Сразу же дам небольшой спойлер. Мне действительно все товары, которые я купил, мне обошлись они на 21-22% дешевле, чем покупка через AliExpress. Ну, есть свои за и против. Так что смотрим дальше. Итак, у меня передо мной 15, ребят, приманочек. Начну. Все я их покупал не в одном магазине, я их покупал в разных. Какой у меня был принцип? Например, я хотел всегда купить цюриноевский мину. Цуриноил с AliExpress, они там стоят 6, 7, 8 евро. В последнее время AliExpress совсем не дешевый. Это не цуриноевский мино. Это даже не помню, какая сейчас фирма, потому что, видите, я обломался, пришло не в фирменных коробочках. Но сделанный в 3D 130 миллиметров, 27 грамм. Вот такие вот на сибасика и вообще на прочую морскую рыбу. На мой взгляд, очень прикольные воблеры с шариками внутри. Должны кидаться далеко. Когда кидаешь в ту сторону, шарики находятся здесь. Когда подматываешь, шарики находятся здесь. Петли, конечно, проклеивать. Стоимость, за которую я купил, тут у меня шпаргалочка, значит, евро 92 на AliExpress 3,40. Первый. Второй. Цвет сардины. Тоже по такой же цене. А, нет, этот я купил за евро 78. И на AliExpress он 3,37. Пакетики, конечно, эти не очень. Смотрите, цвет сардина офигенный. Крючки все те же. С пистонами внутри. 130 миллиметров, 27 грамм. Там же, в том же магазине, по 0,39 цента я купил цикады, которые у нас хорошо идут на дораду. Смотрите, вот такие вот. Такие вот цикады. 0,39 центов на AliExpress подобные стоят 2 евро. Штучки. Следующий. У нас на заливах Дельты Эвра хорошо идет золотистый цвет. Золотой цвет, прям так скажем. Вот. Тоже еще одна цикада. Если никто не знает, как работает, здесь за дырочки, за две дырочки цепляется скрепка. И цикада идет по таким манерам. Подтягиваясь, вибрируя, они и называются вибраторами. В общем, когда они начинают вибрировать, рыба заводится и начинает клевать.
Как подарочек пришло несколько пяток таких толстеньких скрепок, которые я, в принципе, не пользую. Ну, ничего не вечер. Дальше. Ребят, есть у G-Krag'а, это японский производитель, есть такой, сделанный из съедобного соленого силикона для басов. Есть вот такие вот... Имрипер называется. Цуриноя выпустила вот подобный же вариант. Вот. Стоит, по-моему, на Алиэкспресс около 7 евро. Это 7 штук. Или, может быть, 6 с чем-то. Я их купил за... Мне они пошли за 3,04. 3 евро, 0,4 цента. Сейчас я вам покажу. Единственное, я не ожидал, что они такие будут очень большие. Еще не хотелось бы открывать, но давайте, раз уж для видео, попробуем одну открыть. А, вот вторая, смотрите. Розового цвета. Хотел белого, но в белых нету. Давайте открою розовый. Ну, в общем, пахнет не креветками, ничем, а пахнет силиконом. Вот. Вот такая вот штучка. Вот. По идее, засаживается сюда с грузом крючок, и здесь он выходит, да, то есть, опускаясь груз на дно, она вот так вот играет. Я думаю, раздражает рыбу хвостик и, конечно, вкус, но, в общем, проверим. Для меня она немножечко большая. Ну, в принципе, если не на дораду с сибасом, то будем ловить судака и окуня. Судака точно. Дальше. Две упаковочки таких у меня. На Алиэкспресс любимая мной фирма Blux. Сейчас я покажу. Приходит вот в таких вот пакетиках. Вот. Вот тут, точно вам скажу, дешевле получилось. Получилось дешевле. В моих видео я уже рекомендовал поверхностную приванку Natrix в серебряном цвете. Это вот такой Walker от компании Blux. Рабочая приманочка. Смотрите, это называется... Давайте я одну сейчас вскрою. Это называется Rattle Tail. Хорошая упаковочка. Вот такая вот штучка. 17 грамм. Приманка. Вот такая вот. На хвосте. Видите, такой специальный хвостик, который притормаживает, вибрирует. Я собираюсь использовать на небольшой глубине и там, где у нас есть водоросли. В основном это на дораду и на сибаса. Поэтому я выбрал с одинарным крючком в золотистом цвете вот такие вот приманочки. По цене мне она обошлась 2 евро 21 цент, а на Алиэкспресс она 4 евро 35 центов. Такой же 17-граммовый, видите, компании Blux, Rattle Tail, цвета сардина. Такой же вариант с одинарным крючочком. И, как мне кажется, у меня будет более рабочий на мелководье. Вот еще один пакетик, тоже Blux. В золотистом цвете, не знаю, видно? Видно, да, такой оранжево-золотистый цвет, уже с небольшим тройничком, 6,5 грамм. Вот этот, и уверен, что точно будет работать. Такие маленькие приманки у нас на мелководье работают. Цепляются за водоросли, но работают. Еще одну интересную приманку, но такую надо прямо вскрыть. Это тоже компания Blux.
Jack Plow у них называется. Мне обошлось в 2,63, а AliExpress стоит 5,29. Ой, это вообще карамелечка какая. Ребята, это приманка тонущая, состоит из двух частей подвижных. Видите, с рабочим хвостиком. Вот такая приманочка. Тоже золотистый цвет. Золотистый цвет на Дораду. Надеюсь, что все остальные тоже будут клевать. Самое интересное, что вот эта часть, где закреплен хвостик, не знаю, как она... Она просто вставляется. Смотрите, еще один хвостик. Вот. Это запасная часть. Обычно какие-нибудь мелкие грызуны, типа морских карасей. У нас они называются махара и облада. Они могут обгрызть вот это, да? Вот. Значит, можно будет поставить на замену. Следующий вариант, который я купил. Очень давно смотрел на AliExpress. Дорогие воблеры. Марки Эве. Вот. Вот так вот. 115 длина. Floating. Они плавают. С цилиндрическим пистоном внутри. И у меня всегда рука не поднималась купить их, мне казалось, дорогие на AliExpress. Вот смотрите, на AliExpress они стоят. И сейчас они на распродаже 9,69. А мне один стоил 4,77, второй стоил 5,66. Ну, это, так понимаю, все такие копии Shimano Silent Assassin. Вот. Для мелководья, глубоко не погружается. Смотрите, на фирменных нету вот этого заводного кольца. Цвет прикольный, сардина. Ну, крючки не гнутся. Петли шикарные, петли проклеивать не нужно. Второй. Это уже в цвете, знаете, я выбираю по рыбкам, которые у нас там возятся. Это вот мелкая кефаль, основная рыбка, на которой на мелководье охотятся сибас, охотятся различные морские хищники. Вот она таким желтым оттенком, очень похожа на малька кефали. И, ребят, дальше смотрите, следующая интересная тема. Это последние вот такие вот три приманочки. Честно говоря, на AliExpress их нету. Это уже японская фирма. Это Yuzuri. Поверхностные приманки. Они на самом деле не самые дорогие приманки в наших рыболовных магазинах. Вот. Но с цветами не найдете вот такие цвета, которые я заказал через китайца. Значит, это Yuzuri 3D Inshore. Yuzuri 3D Inshore 100 мм 18 грамм. Таких две. Сейчас я открою. Смотрите, прикол этой приманки то, что она мне обошлась 6,64 цента. У нас в магазинах рыболовных она где-то около 12-13-14 евро. Вот. Если вы заказываете в онлайне, то стоит, например, 10 плюс 6 за пересылку. Ну, то есть все где-то от 14-16. Я купил это в два раза дешевле. Но, честно говоря, вот такого цвета, сейчас я вам попытаюсь продемонстрировать. Такого цвета я не могу найти. Но просмотрел 5 известных испанских магазинов онлайн, которые предлагают хорошие цены. И выбор цветов не очень большой. Вот. А сейчас нового поколения вот эти вот все воблеры, они... Смотрите, какие цвета. Это просто карамель. Вот это вот, конечно, сардина.
Звук впечатляет. Уверен, что полетные качества просто, наверное, на высоте. Крючки класс. И, конечно, вот 3D-эффект, наверное, играют прям шикарно. Еще вот в таком цвете. Тоже не могу найти у нас нигде в онлайн. И 0,75, по-моему, где-то 6 грамм, не, 7,5 грамм, уже на более легкий спиннинг. В общем, смысл того, что я купил это через Panda Buy, я купил это дешевле и выбрал тот цвет, который мне нужен. У нас даже в онлайновых магазинах, на AliExpress этого нету, фирменных таких приманок нету. А в фирменных наших магазинах онлайн испанских таких цветов нет. Ребята, давайте сделаем выводы. Когда получил 2 дня назад эту посылку, я решил пересчитать. Думаю, цена меняется, чтобы не быть голословным, все четко посчитал, поискал различные спецпредложения. И выяснил, что получилась разница в 20%. То есть я насчитал все вот это вот 15 приманок, если бы я покупал бы на AliExpress, они мне обошлись бы 96,5 евро. А на Panda Buy я потратил 75 евро 30 центов. В общем, на почти на 22 евро я сэкономил. В общем, разница на 20%. Ну, собственно, какие выводы? Можно сэкономить, можно покупать на Panda Buy. Будет дешевле. Не намного, но 20% и то приятно. Какие еще есть плюсы? То, что можно купить фирменные приманки, которых нет на AliExpress. То есть приманки уже японских производителей, известных монстров. Какие минусы? Вы можете купить что-то тяжелое. Например, я пытался заказать там спиннинги. Спиннинги мне почему-то говорят, это не нелегально в вашу страну отправлять вот это вот. Абу Гарсия пытался купить спиннинг, шимановский спиннинг, не дает. В общем, пока мой вывод. Стоит покупать легковесные приманки, чтобы не платить за транспортировку большую сумму. Поэтому я вначале вам показал, что моя посылка весит 800 грамм, а стоила мне 25 евро вместе со страховкой услуги транспортировки. Идет она подольше, чем AliExpress. Вот. Но, собственно, я доволен, и, друзья, я купил все вот эти приманки под мои нужды, чтобы ловить на дельте евро. Вот. Как все это будет работать, я потом буду показывать. Ставим лайк, если понравилось видео, подписываемся, ребята, на канал, прожимаем колокольчик. Всем мира и добра, и чтобы у вас всех было клево. Пока!